Сделать все быстро и без промедления. На базе общежития Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева был проведен учебно-методический сбор для руководителей и членов эвакуационной комиссии. Подробности в следующем сюжете. Действовать четко и согласно установленному порядку. В колледже имени Абая Кунанбаева разворачивают сборный эвакуационный пункт. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в Саране это здание станет убежищем для ближайших микрорайонов. Отсюда же людей будут организованно эвакуировать в безопасные места за чертой города. Задача для участников методического сбора ясна – сформировать группу управления сопровождения и размещения, обеспечить охрану общественного порядка, организовать питание эвакуируемых, в данном случае студентов колледжа. Самое важное – не допустить паники, объяснить людям, как действовать дальше, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. Главная цель этого мероприятия – практически показать для членов эвакуационной комиссии развертывание и прием пострадавшего населения как в мирное время, так и в военное время. Данное мероприятие на базе, значит, наиболее подготовленных заведений, как правило, учебных заведений. Вот одно из заведений вот города Сарань выбрали на территории области. Данное мероприятие состоит из практической и теоретической части, в частности, лекционных занятий и тестовых заданий. Цель данного мероприятия такова – обучить состав эвакуационной комиссии Карагандинской области при чрезвычайной ситуации, обеспечить постоянное взаимодействие эвакуационных органов и привести в готовность все пункты приема населения. И здесь стоит отметить, все эвакуационные пункты размещены в картографическом приложении 2GIS. Любой человек может воспользоваться этой информацией в случае ЧС. По итогам же тестирования руководители и члены эвакуационной комиссии успешно продемонстрировали то, насколько они готовы к эвакуации населения в чрезвычайной ситуации. Роберт Граф, Михаил Янгаев, Наталья Заяц, 5-й канал.